Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова все на проекте Мазинху Реплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике я вам покажу, куда я потратил 30 миллионов рублей. То есть видосик реально получится интересный, потому что в этом видео будет много, в принципе, изменений с моими автомобилями, с одним и со вторым, поэтому смотрите видос от начала до конца. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите /mm. 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, если просто-напросто качаете уровень. А вкачать уровень очень легко с помощью квестов, поэтому вводите промокод, проходите квесты и забирайте свои бабки. Ну а я вам желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, я думаю, мы начнем с этого автомобиля, потому что помните, когда я записывал видео, то, что я купил себе Porsche, вот этот с аудиосистемой, я говорил то, что я в нем хочу кое-что поменять. А первое, что я хочу поменять, это поменять вот эти рамки, потому что мне они совсем как бы не нравятся, они не подходят под цвет автомобиля. Именно для этого я купил себе покраску рамок, и сейчас мы, в принципе, это сделаем. То есть я хочу поменять на этом автомобиле рамки под фиолетовый цвет, то есть под цвет автомобиля сделать. Делаем ее фиолетовая. Все, покупаем. Теперь эта машинка выглядит совсем по-другому. Также я хотел бы тонировочку сделать, но пока что у меня, в принципе, наверное, нету таких денег. Хотя, возможно, с бизнеса можно бабосики снять. Пацаны, следующий автомобиль, который я хотел бы немножко переделать, это будет, пацаны, Magnum. Но Magnum у нас сегодня потерпит очень больших изменений. Сейчас в этот автомобиль, пацаны, я вложу очень много денег на самом-то деле. Я думаю, многие уже догадались, что я сейчас сделаю. Я поставлю сюда неон радуга. Так, все, я это сделал, пацаны. О, да, просто как это выглядит. Все, пацаны, я поставил сюда неон радуга, но это не все, что я хочу делать с этим автомобилем. То есть, бля, он теперь выглядит, пацаны, шикарно. Да, это обычный Magnum, здесь первый чип, здесь стоит нитро, и я сюда поставил, получается, неон. Многие скажут, типа, мог бы лучше неон поставить на Поршак там, либо просто его перепродать, либо не, вообще не покупать. То есть, пацаны, я больше времени сейчас провожу на дальнобойщиках, и я на Порше вообще очень редко езжу, поэтому я так подумал, лучше я просто на Magnum поставлю, я буду ездить, мне этот неон, так сказать, будет радовать глаз, я буду просто кайфовать, и у меня просто Magnum будет как бы выделяться. Ну что ж, я думаю, можно поехать, получается, в ИСТО, я хочу здесь поменять винил, было бы, конечно же, еще неплохо поставить сюда тонировочку, потому что по бокам стоит какая-то тонировка, я не могу понять, какая, либо это стоит пятерка тонировка, либо это стоит просто обычная тонировка, но в любом случае, пацаны, то есть Magnum теперь у меня будет очень узнаваемый, то есть теперь меня можно будет легко узнать. Я купил еще номера на этот автомобиль. Номера, пацаны, не очень как бы хорошие, но в принципе они нормальные. То есть сюда, я думаю, они подойдут. О, да, пацаны, все. Номера как бы полублатики, но симпатичные. Пацаны, я пытался 3 дня. Я пытался 3 дня найти номера, понимаете? Но никто ничего не продает. То есть у меня был бюджет 30 миллионов. Я пытался найти и полублаты, и фуллблаты, понимаете? Ничего такого не продают. То есть я реально очень сильно пытался и ничего не нашел. Я очень сильно хотел себе, получается, номера найти мэр на Magnum, но, к сожалению, пацаны, ну это просто невозможно найти. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы найти номера 02, потому что их здесь вообще не продают. Я вам серьезно говорю, мне чудом даже удалось найти именно вот эти хотя бы номера, они более-менее хотя бы симпатичные. Ой, да ты шо, какой красавчик! Вот это, ебать, самец просто, пацаны. Бля, с этим неончиком он смотрится максимально круто. Я хочу, пацаны, сейчас поменять на нем винил, потому что мне этот винил вообще как бы не нравится, поэтому сейчас мы как бы его поменяем. Вот она, пацаны, родная. Покупаем. Ебать его в рот. Ох, какая пушечка, пацаны, получилась. Ай-яй-яй. Я думаю, за это точно можно будет поставить лайк. Я думаю, вы теперь понимаете то, что я этот автомобиль купил, в принципе, надолго. Потому что я уже, как бы, на него неон поставил, номера уже поставил, винил уже поставил. То есть, пацаны, это будет такая некая легенда. Конечно же, здесь нету там третьего чипа, но я надеюсь, что он будет на ивенте. Я на ивенте позадрочу и, возможно, поставлю сюда третий чип. То есть, аудиосистема мне, в принципе, не так важна, а вот третий чип я бы сюда очень хотел бы поставить. Либо я у игрока какого-то куплю.
куплю, возможно, мне там в сулетке когда-то выпадет третий чип. То есть я планирую этот Magnum сам собирать, получается. Поэтому, пацаны, напишите в комментариях, как вам внешний вид данного автомобиля. Мне, в принципе, очень даже нравится. Вот те, кто на стримы приходит, тот всегда в курсе, какой у меня скилл дальнобойщика. А те, кто не ходит, те как бы не знают. Поэтому, пацаны, почаще заходите на мои стримы. Потому что там я катаю рейсы, общаюсь с вами, там всякая движуха происходит. Поэтому, если вы вдруг как бы хотите со мной пообщаться, то просто заходите на стрим, я отвечу на ваши любые вопросы. Бля, ну, кстати, вот этот неон, как бы у меня, помните, до этого был на 01-м неон однотонный, а это радуга. Радуга, пацаны, смотрится прям охуенно просто. Вот у меня так клавиатура переливается, как сейчас переливается данный неон. Поставил неон под свою клавиатуру. У меня клавиатура в точь-точь так же переливается. Да, я знаю, многие скажут, что это пустая трата денег, ебать. Нахуя ты это сделал? То есть, ну, я сейчас Magnum просто вложил около 30 миллионов, понимаете? У меня на данный момент 25-й скилл дальнобойщика. То есть, да, не особо, в принципе, большой, но не особо, как бы, и маленький. Если я сейчас сниму деньги, то потом не будет денег завести продукты. И америкосом меня будет пиздеть потом, потому что я проебал все бабки. Если там 3 миллиона... Ладно, сейчас, короче, я сниму денежку с бизнеса и поедем, короче, попробуем поставить нелегальную тонировочку. Не, ну выглядит, конечно, шикарно. Просто, ну... Красавец, реально. Да, нету третьего чипа, нету гидравлики, к сожалению. Вот я бы еще хотел на Magnum гидравлику. Вот мне третий чип гидравлика, все. Больше, в принципе, мне ничего не нужно. У кого, кстати, пацаны, будет каким-то образом гидравлика, то пишите мне, я у вас с радостью куплю. Бля, ну красавец, ебать. Вот могу, да, пацаны, вот умею я просто Magnum собирать очень красивые. Прям у меня талант к этому. Вы помните все мои Magnum, которые были на 01? Они всегда были просто самые красивые, реально. Блять, лям 200 стоит, пацаны. Ладно, используем промокод. Всем спасибо, пацаны, кто промокод мой юзает. Еще и до продукта останется завести. Все, теперь у меня полностью Magnum затонирован. Теперь он просто красавчик такой. Секси-бой просто, ебать. Ну реально, Magnum получился красивый. Я лично так считаю. Ну, до хера мне рейса до 26-го, но... В принципе, ничего страшного. Я думаю, может быть, даже сегодня я как бы вкачаю скилл дальнобойщика. Вот теперь реально, пацаны, можно будет рейсы прям с кайфом катать. Да, конечно же, не хватает третьего чипа, но, пацаны, я вам скажу так, то что на первом чипе тоже можно, в принципе, хорошо ездить и хорошо зарабатывать. Поэтому я решил как бы собрать лично свой Magnum. Я думаю, это будет как бы поинтересней. Я в любом случае хочу сюда другие номера поставить. Какие-то Мэр, либо Хер, либо Мур. То есть, эти номера здесь навсегда, скорее всего. То есть, скорее всего, после Нового года я попробую подкопить бабок и купить сюда либо, может быть, фулбаты какие-то там, либо еще что-то, может быть, какие-то именные номера. Magnum, короче, у меня теперь как новогодняя елка, такой красивый, весь светится. Ну, я думаю, реально, пацаны, по кайфу. То есть, ну, я люблю дальнобойщики, то есть, я не мог по-другому поступить. То есть, я не стал, знаете, там, заранее ставить все на Magnum. То есть, я вчера это купил, дождался сегодня и при вас, вместе с вами, это все поставил. То есть, я считаю, то, что это очень круто, поэтому, пацаны, поставьте, пожалуйста, лайк и также подпишитесь на канал, потому что я очень хочу до Нового года добить 22 тысячи подписчиков. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, на этом можно заканчивать. Я не хочу делать из этой серии будет дальнобойщика, потому что, ну, это совсем уже другое будет. Поэтому будет дальнобойщика тоже будут. Все ссылочки есть в описании. Заходите, смотрите, начинайте играть вместе со мной. Я вас всех жду на втором сервачке. Не забывайте увидеть по промокод. Напишите в комментариях, понравился вам Magnum или нет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.